хочу поделиться с вами вариантом, как приготовить глазурь на торт. Он очень прост, необходимо всего лишь 4 ингредиента, вы получите универсальную глазурь для торта, пирожных и любых других десертов. Такая глазурь – это просто находка для любителей шоколада, я обычно ее использую на бисквитный торт, цвет получается насыщенным, а текстура – глянцевая и блестящий. Попробуйте приготовить шоколадную глазурь по моему рецепту, я уверена, вам захочется ее готовить снова и снова, порадуйте своих родных и близких красивым десертом. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Просейте в небольшую емкость сахарную пудру. К сахарной пудре добавьте какао-порошок, его желательно также просеять, так как иногда там попадаются комочки. Сухую смесь перемешайте, постепенно добавляйте горячее молоко и перемешивайте. Перемешивайте до тех пор, пока не получите густую консистенцию, такую, как у меня на фото. Вкусняшки, подписавшимся. Под конец добавьте мед или инвертный сироп и перемешайте. Жду ваших лайков и комментариев. Ингредиенты. Сахарная пудра, 200 грамм. Какао-порошок, 3 столовые ложки. Молоко, 2 столовые ложки. Инвертный сироп, 1 чайная ложка. Можно заменить медом. Количество порций, 1. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Жду снова и желаю вкусного дня.